да, есть проезд. Сюда конкретно? А, уже. Ну, да. Можно на эти прищёты, на служебные машины, на парковке, да, пожалуйста? А, да, давай. Понятно. Ну, ладно. Так, а здесь мы не вылетим. Поехали обратно тогда, наверное. Да я вижу, блин, я уже думаю, что с вами спит. Сейчас мы выйдем обратно через полигон. А не сами. Они сами. Мы просто. Давайте вы все вместе. Да, 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 да. Офигенно. Да вот, здесь замут. Сейчас мы вылезем наверх, обратно на полигон. Короче, нам нужно вообще в интернете будет брать движуху и если просто это найти какая-нибудь, все. Любые. Просто нам нужен эффект толпы. Смотри, как они на руках. Обрати внимание. Не, нам надо на ту дорогу. На дорогу обратно. Чего? Нам надо вылезти туда обратно, на дорогу, на полигон. Нам что надо? Главное, браслет, посмотри, как выглядит, и на принтере дома сделать, и все. Чувак, они номерные все, наверняка со штрих-кодами. Похер. Надо просто выцепить какую-нибудь тёлочку. Я у него посмотрю, как он выглядит. Что, ты хочешь погонять все-таки? Или вон, а вон этого, он, кстати, идет, по-моему. А? Да, вот он, левая рука. И как? Да они вообще. Просто обычный, стандартный. Возвращаемся? Просто я... Ну да, я думаю, что нам сейчас стоит выезжать с территории, двигать дальше по нашему маршруту. Потому что... Выйдем на дальнего проезда, что нам, пару следов сюда? Нет, не просите, а посмотрите, как мы... Вот, поехали туда, пока направо, посмотрим, как там площадка какая. Браслет? Да. Здесь купить. Тогда подождите, я немножко музыку возишься. Все. А там уже разберет. Я боюсь, что мы просто сейчас времени очень много потеряем. Где? Мы здесь, получается, по территории. А что тебе делать? Да, обратно ехать. Поедем сейчас. Ты уже смирился с тем, что ты забил на полигон. Там какая-то дорога, мы там не проедем. Нет, мы недавно потеряли. Просто, как сказать-то, они... Ну давай залезем наверх. Есть где-то организаторы есть, но их не так много, во-первых. И во-вторых, мы чуть все проехали, потому что такие дорожки, по которым мы все въехали,
А мы сейчас уехали вообще непонятно как, по Волге, можно сказать. Потому что там-то, может, дальше, кстати, и будет выезд, а мы его проехали по Волге. Поэтому все и попали. И ловить тебя никто не будет, потому что здесь на все 30 тысяч населения, как говорят. Единицы только тех, кто тебя поймает. Поехали, заедем наверх. И тем более, даже если тебя поймают, там ты сядешь на велосипед и свалишь. И скажешь, блядь, разыскивай связь, по рации разыскивай связь. Давай, давай, веди нас. Красный шлейф. Веди нас, Саня. Просто видите, надо, мне кажется, ехать сейчас на музыку, посмотреть, что там на музыке. И уже дальше уже... А там просто большой. Пойдем, да, отодвинься, смотри, вставай. Вот, и там уже на основании... Это, кстати, был организатор с визиткой. Да? А? Давай, 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 залезай наверх. Поехали, ты первый поедешь. Я первый. Конечно. Если спросят, если спросят, я сразу сейчас сзади. Качество звука реально. Ну типа того, бля, как все попали? Типа так, так, видно. Типа это закрытая территория. А вы насчет машинки лично спросили? Да, да, как проект. 3,5 тысячи штук. Дороги не перерывают. Просто стоят на выездах, стоят, ну, как бы, посты. Нам надо, кстати, от таких дорог подальше держаться. От таких дорог нам надо держаться подальше. Здравствуйте! В России! Вот, там как раз сейчас и будет выезд. Мы сейчас просто заблудимся в лесу, короче. Ну что, ты знаешь, что делать? Да, да. Во, вот это вот прикольно, смотри. Ты что предлагаешь делать? Я сейчас предлагаю на полигон. Обратно путем, да? Ну, как бы где-то как-то. Вот, это круто. Просто знаешь, что делать? Не хотел бы спрашивать про браслет. У организаторов. Я говорю, двинусь, короче, на полигон и покататься, как мы хотели. А где полигон? Вниз или вверх? Полигон везде. Но нам нужно немного вернуться назад. Вот, просто сейчас, если мы туда уедем, потом нам будет сложнее возвращаться. Я не думаю, что там дальше есть дорога. Вот эта дорога основная. Поехали, нет, особенно. Да, да, да. Я говорю, сейчас. Просто посмотрели издалека, площадка. Близко к нам и не надо тут приезжать, Коль, здесь. Не, ну учитывая стоимость и количество народу, здесь, конечно, движняк. Да, да, да. Вот сколько, 1000 человек, 1,5 миллиона? Да, а мы уже видели 1000 больше. А здесь 1045 или? Да. Здесь, видишь, все вон для гари. Вот это мы попали, крутяк. Ну да, поэтому сейчас двинем отсюда нафиг. Вы если сюда поедете, вы фоткаете, то есть, блин,
там? Где там Володя, блин, остался? Катя. С учетом того, что здесь происходит, это не должно быть, я так чувствую. Вина не в интернете. Но просто какие-то. Площадь, скорее всего, не закуплена, не арендована, просто сейчас такие. Ну, занесли денег, ты представляешь? Где он, Володя, озвучил, посчитал. Да, да, вообще сумасшедший. Да, если можно, нас там много. Я имею в виду, что еще и никому здесь не нужны. На самом деле организаторов довольно тут много с бейджиками. Вот видишь, тросик. Ален тросик. Вот место. А вот место, да? Да, спасибо. Туда поехали, на Волк свернули. Блин, там вы билеты на самом. Да нет, просто если тебя остановят, тебя просто выбросят с фестиваля. Ну, так-то да, там. Нет, которые только идут. Ты видел, они все там обгашены. Да. Ты что, там все продается, короче, свободно. Я так понял, что да. Там и трубки все эти курят, если взял на. Не, ну если здесь нет 3,5 штуки, просто сколько они денег заплатили за все это.